вот вечер, все летают. Я как раз разговаривал по телефону пару минут назад. Вот мы тренируемся с маленьким парапланчиком, а наши товарищи более опытные летают на южном ветре. Там юг, Коктебель, мы видим город, это озеро Высохшее, вот в этом вот, в этой вот гора Клементьево идет вот так, вон и вон там дальше. Наш лагерь располагается, сейчас скажу, вот примерно вот здесь, у нас прям на обрыве там палатки стоят. На море загорать, потом обедать на всяких кафешках и так далее. Вечером приезжаем, вот сейчас опять тренироваться. Сейчас уже солнце, сколько осталось, где-нибудь часа полтора, может быть, часок садиться, будем пить вино местное и есть арбуз. Вчера ели дыню, сегодня арбуз. Вот, но вообще, конечно, тоже вот хорошо.